Приветствую вас, друзья! Благодарю, что вы со мной. И огромное вам спасибо за поддержку. Очень простой, древний, хороший такой рецепт, как оздоровить свои ноги. Как сделать так, чтобы кожа на ногах стала мягкой, шелковистой. Чтобы избавиться от всякого рода грибков, если таковые имеются. Чтобы снять усталость с ног. И вообще, чтобы через ноги улучшить свое общее физическое состояние. Вот что для этого нужно? Это сделать нужно вечером, перед сном. Примерно за час до сна, точнее. Нужно в таз налить примерно около 5 литров теплой воды. Ну, можно такой погорячее даже. Но самое важное, чтобы вашим ступням было комфортно, чтобы не обжигали их. Добавьте в воду 1 стакан яблочного уксуса. Не уксусной кислоты, а вот именно яблочного уксуса. И добавьте 5-6 капель эфирного масла мяты. А затем опустите ступни ног. И так нужно подержать примерно полчаса. И не просто вот замочить свои ступни, а сделать это медитативно. То есть вот за это время чувствовать, как вот этот раствор, эта вода с уксусом, с мятой, она словно вытягивает из вас хвори, освобождает вас от разного рода болезней, от грибка, если таково имеется. Вообще, от всего того, чего вы хотите избавиться, вот чувствуете, что это все уходит. То есть вода это все из вас вытягивает, вот этот раствор. Вот такая вот медитация в течение полчаса. Вот думайте об этом и чувствуйте это. А затем ноги нужно насухо вытереть. А воду эту обязательно вылить в туалет. С таким вот чувством, что вы вот навсегда избавляетесь вот от этих хворей. Вот. То, что эта вода вытянула, этот раствор. Все, вот эти хвори, болячки, негативы, вы это все выливаете в туалет. И вот такую практику можно делать раз в неделю. 2 раза в неделю вот примерно. И ваши ноги, как я уже сказал, они будут, ну, скажем так, меньше уставать, будут выглядеть гораздо, ну, здоровее. То, что касается кожи, она будет мягкой, она будет молодой. Да и вообще чувствовать себя через это будете гораздо лучше. Вот такой вот простой и очень эффективный рецепт. И еще, друзья, если вы вдруг почувствовали, ну, что вас сглазили, с глаз на себе, может быть, не на себе, на своем ребенке или на близком своем человеке. Вот как от этого негатива избавиться самостоятельно? Обязательно посмотрите видео, которое сейчас во всплывающем окне. Там все подробности. Благодарю вас за внимание.